Всех приветствую на канале 18 соток. Сегодня поговорим о перце остром, который называется Пеппа пурплитангерин, что означает пурпурная мандаринка или фиолетовая. Сорт фиолетовый мандарин. Это такой компактный кустик, очень красивый, с довольно крупными для такого маленького кустика, с довольно крупными плодами пулеобразной формы и разной окраски. На кусте. По мере созревания плоды меняют свой цвет от фиолетового, потом кремовые, оранжевые. И в биологической спелости они становятся красного цвета. Перец можно выращивать в открытом грунте, и идеально он подходит для комнатного выращивания. Созревает этот перец от 75 до примерно 100 дней. Тут немного у нас повреждены листья, если вы заметили на многих растениях. Это в этом году у нас очень много развелось такого вредителя, как сверчок. Но мы специально не используем химические препараты, потому что у нас много ящериц живет на участке. Чтобы не навредить им, мы не используем ничего такого. Растет, как растет перец. Вот так выглядит плод в разрезе. Толщина стенок примерно 2-3 мм. Очень сочный, хрустящий. На вкус немножко с кислинкой, как и подобает мандарину. Но очень приятный. И острый вкус. Острота по шкале Сковила где-то 20-40 тысяч единиц. На этом обзор перца Пеппа пурплитангерин я заканчиваю. Заходите на канал. Смотрите другие острые перцы, которые я выращиваю.